Уважаемое детское телевидение, мы поздравляем вас с Новым годом, желаем вам творческих успехов, интересных передач, интересных собеседников, и чтобы вы росли, развивались и стали настоящим профессиональным детско-взрослым телевидением. С Новым годом! Дети, какие вы молодцы, что придумали эту идею. Правильно, взрослым надо доказать, что мы не просто дети, которых можно наказывать и все не разрешать, что вы можете снимать целые передачи. Молодцы, так держать. Я хочу вам пожелать много творческой энергии и много смелости. Ничего никогда не бойтесь. Идите смело вперед. Ну а мы, взрослые, всегда вам поможем. С Новым годом! Дорогое детское телевидение, от имени всех взрослых и от имени актеров нашего театра «Кукольный формат» я вас поздравляю с Новым годом, с Рождеством и желаю вам творить как можно больше, потому что у вас, детей, мозг, как у нас у взрослых, еще не закостенел. Вы еще можете придумать что-то такое исключительно новое и интересное, что все просто ахнут, такое, чего вообще в мире еще не было. Я вам желаю, в общем, творческих идей, новых, замечательных творческих идей. Пока!